Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем проходить зомби-войну. Так, собираю я ежедневки. Отлично, у меня 824 золотых. Так, что мы можем здесь с вами улучшить? Я смотрю, пожарник. Так, хлебушек ему и радио. Погодите маленько. Так, а что у меня с автобусом, а? Ну-ка глянем давайте-ка. Ах, не хватает немножко. Ну ладно, тогда будем все-таки с вами пожарника улучшать. Ну что ж, довольно неплохо. Так, давайте ему воткнем таблетки еще. И все. Так, здесь у нас 112. Ну что ж, давайте улучшим генератор. Еще разок. Все. Ну, я думаю, что теперь можно приступать. Так, давайте. Ага, здесь можно открыть за бензин. Так, тайник. Ух ты, вот это хорошо, ребята. Тайничок нам всегда нужен. Да елки-палки, я весь бензин сейчас тут спущу. Так, карта открывается. Еще можно маленько открыть. Угу. Ну что ж, давайте откроем сундук. Посмотрим, что из него нам выпадет. И достается, ух ты, компонент. Это для автобуса у нас. Так, горючки дали, лекарства, хлеб и усиление команды. Ну, я считаю, довольно неплохо. Так, давайте мы посмотрим, что у нас за такой компонент. Ну, только не надо говорить, что надо его заменять, который уже у меня стоит, а? Да, ребята, так и есть. Ну и что ты даешь мне? Ровным счетом ничего. Жаль, конечно, только интересно, что лучше, этот или который у меня стоял? Что-то двойной пайп и какой-то еще пайп. Ну, я думаю, что я вот этот оставлю. Наверное, все-таки, да? Какая-то выхлопная труба, но это вроде как защита. Фиг его знает, ребят. Короче, ровным счетом не понимаю, что оно дает. Но мы сейчас с вами пойдем на очередное задание. Испытание 2 невозможно, ё-моё. И смотрите, нужно сколько? 297 звездочек. Ядрить его на корень, а? Давайте тогда, о, легко. Конечно же, начнем с нее. Так, и что у нас тут? Я смотрю, у нас гнилоруки ждет. Как видите, у меня в команде полицейский, пожарник, сап, гренадир и полицейский с дубинкой. Точнее, охранник. О-о-о, бегуны. Так, давайте гранату быстрее туда. Опа, блин, только одного. Ну да, в принципе, нормально. Думаю, при помощи пожарника мы здесь справимся. Гнилоруки. Так, второй вышел. Ага, тут их целая компашка. Давайте гранату туда бомбанем. Черт, мимо. Но все-таки он загорелся. Так, давай, падай уже, хватит тут выделываться. Так, давайте, наверное, с вами копа вызовем. Пускай он сейчас будет тут шмалять по ним. Я надеюсь, бегунцов-то здесь больше не будет. Конечно, не будет. Ну, стреляй давай, елки-палки. Опять он бздит. Вот тупорылый, а. Ё-моё, блин. Даже выстрела не произвел, блин. Ладно, разносим баррикаду. Так, гнилоруки выходят. Черт подери, как они не вовремя. Надеюсь, пройдут мимо. Так, коп ожил, мертвец. Давай, 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 бомби так, храбрость, отлично. Кого лучше? Я даже не знаю, давайте пожарника. Хотел сапа, ну да ладно. Давайте так попробуем. Нам этого полицейского надо сносить. Бегуны, блин, гранату, срочно, срочно. Отлично. Как отлично? Нифига не отлично, но тем не менее. Давай, полицейский, охранник, бомби этого зомбаря. Отлично, у нас, конечно, не получится. Опять на 3 звезды. Жалко, уже нанесли повреждения моему автобусу. Так, гнилоруких очень много здесь. Так, гранату давайте кинем, на всякий случай. Мало ли там кто побежит. Так, их тут двое, но мы уже половину ХП у баррикады снесли. Это уже хорошо. Бегут, бегут паразиты, а? Смотрите. Ну, опять этот с дробовиком бздит там стоит. Так, шикарно. Ну что, ребят, по-моему, сейчас мы пробьем. Давай, 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 поднатужились, ребятушки. Так, сап, давай строчи. Ну что, вроде бы все нормально, ребята. И... есть. Ну что же, мы прошли с вами 89-ю миссию легко. Меня это радует. Так, 36 монеточек мы еще получили и 150 опыта.
Довольно неплохо. Так, открылась карта. Ну что же, ребята, продолжаем бомбить. 90-я миссия у нас. Так, кто у нас тут стоит? Так, я вижу там зомби-пожарник. И фрицы идут, ёлки-палки. Давай быстрее, гренадир, ну что ж так долго-то? Сейчас мы его накумарим. Так, давайте вот так, наверное, сейчас. Ох ты, еще и этот, баффер. Вот как раз его-то мне и не хватало, но мы его подбили, замечательно. Так, храбрость, пожарник, давай уходи, потому что здесь все в огне. Сейчас у меня гренадир, да, уже погиб. Долго он не повоевал. Ух ты, как у меня пожарник-то всех их тут разносит. Отлично. Так, надо бросать, наверное, гранату, ребята, потому что там, смотрите, целая орда их вышла. Надо баффера сносить в первую очередь, потому что он сейчас будет тут пыхтеть. Так, начинается, короче. Ёлки ты палки, ну, ну, пожарник, ай-яй-яй-яй-яй, как же так, а, погиб. Ну, будем надеяться, что этот хотя бы выживет у нас. Так, один готов. Храбрости у нас хватает. Сейчас, я думаю, под бафом сапа мы тут начнем рвать их. Так, отлично. Все шикарно. Давай, расстреливай, расстреливай их тут всех. Малорик, сап, ты знаешь свое дело. Умничка. Так, гренадирчик сейчас кинет, если что, гранатку. Блин, немножко мы промахнулись. Ну да ладно. А нет, все нормально. Подорвали. Так, ну что там осталось-то от баррикады? Шиш да не шиша. Давайте уже пробивать. Ё-моё, пожарник. Не тупи. Отвлекается он, конечно. Все, зачистка сделана. Ну-ну-ну, осталось-то совсем немножко, ребята. Ну, господи, ну куда вас несет-то, а? Так, давай, гренадир. Нет, сейчас кидать нет смысла. Все, ребята, все. Затащили. Хе-хе. И что ж, получается, 90-я миссия у нас пройдена, причем с тремя звездами. Ну, это вообще великолепно. Так, что у нас, откроется что-нибудь или нет новенькое? А, ну тут немножко откроются карты, опыт, да? Ух ты, бензинчик. Ну что же, у нас его нету, так что, ребята, придется немножко отдохнуть. Ну и увидимся капельку попозже. Так, ребят, ну что, продолжаем проходить игру. Так, что у нас здесь есть? Выбрать, выбрать. Давайте вот так вот сделаем, потому что дробовик меня, конечно, очень расстроил. Толком ничего делать не может, как вы знаете. Бздит вечно. Так, и у нас здесь опять байкеры, значит. Хорошо. Так, ждем, пока не выходим. Блин, бегуны. Так, это у нас какие там? Бешеные байкеры, насколько я помню. Так, это со стволом. Ну, не тут-то было. У меня строитель в каске, у него... К огнестрелу очень хорошая защита, так что пускай. А вот эти вот уже похуже, ребята. Ай-яй-яй-яй, сейчас будут разбирать. Надо будет гранату бросать обязательно. Нате, выкусите, прошивцы. Ха-ха-ха. Нормуль. Так, разбираем. Да, конечно, разобрали. Разобрали меня. Но, тем не менее, они тоже возгорели и сгорают потихонечку. Так. На-ка, выкуси, придурок. Ну что, давайте, бегите сюда. Смотри-ка, не хотят, они стоят там и стреляют в моего работягу, а он в это время разбирает баррикаду. Так, давайте-ка еще одного строителя. Ёлки ты, посмотрите, сколько понавыходило этих, я даже не знаю, байкерами их не назвать. Хотя, почему не назвать, они же ездят вот в шлемаках, так что все нормально. Да черт подери, ну, как так быстро вы разбираете этих? Мы их работяг, надо гренадира, однозначно. Сейчас будем бросать гранату туда, в эту толпу. На тебе! Генератор обязательно. Так, ну что, я думаю, что сейчас половина здесь уже сгорит. Не дойдут они до автобуса. Так, бегун, ну сгори! Нет, не зашел он в огонь, придется его вот так вот накумаривать. Отлично, ну сейчас он упадет, это понятное дело. Потому что здесь ребята со стволами. Здесь только работяги у нас помогут. Больше никто. А вот если сап еще прикроет, это вообще будет шикарно. Нет, слишком быстро они разбирают моих солдат. Так, давай, работяга, давай, давай, давай. Ну, бомби, отлично. Все, пока под контролем. Сейчас еще пожарничек тут им сделает дело.
Так, отлично. Вроде бы прорвались, ребят, маленько прошли. Сейчас, если что, я кидану гранатку. Вот так вот, прям вот толпу. Наверное, зачистку сделать, да? Давайте-ка сделаем. Все. Давай, гренадир, пробивай эту оборону. И будем отсюда сматываться. Так, это на всякий случай. Кого-то подбили. Так, и волна сейчас, ребята, через 30 секунд побежит. Нам надо как можно скорее разбомбить. Получится, нет? Ай-яй-яй-яй, тихо-тихо. Все, ребята, мы прошли. Прошли этот уровень. 91-я миссия, невозможная, которая была, с 3 звездами. Просто великолепно. Ну что ж, продолжаем играть. Так, тут у нас, по ходу дела, открылось все. Больше здесь делать нечего. Ну, давайте выберем какую-нибудь еще. Так, это что у нас? 87-я. Угу, сложная, ребят. Попробуем затащить эту каточку, и нас встречает пожиратель зомби. Или пожиратель мертвецов. Я все время путаюсь. Еще один идет, ну хорош. Так, надо вызывать гренадира или пожарника. Наверное, все-таки вызовем пожарника, ребята. Так, да, пускай он идет. Оу, бегунцы. Как, блин, знал бы я лучше бы гренадира бы. Он бы хотя бы гранаты бы их подбил. И было бы все нормально. Так, он выстоит у меня там, нет? Так, выстоял, молодец. Давайте гранату туда. Вот так вот. Загорелись? Загорелись, паршивцы. Че, не нравится вам огонек? Вот так вот. Нормуль так. Но здесь все равно, ребят, смотрите, их слишком. Да что такое? Один за одним идет. Уже 3 штуки, плюс этот зомбарь. Ну, зомбаря я в расчет не беру, потому что он вата. А вот эти вот трупоеды, это очень плохо. Еще и бегуны бегут. Так, давайте их нахлобучим по-быренькому. Еще одна партия бегунов. Да ладно, ну это издевательство уже на самом деле. Черт, неужели разберут автобус, а? Уже половина хп осталось всего лишь-то. Не, ну что ты сделаешь здесь? Против них ничего не сделать. Так, вся надежда на укрепленного работягу. Так, одного снес. Давай, давай, отлично. Одного трупоеда мы убрали. Кидаем гранату. Да. Мой работяга там подорвался на ней. Ну, такова его участь. Щет, ну вы посмотрите, а. Лид, подходят все ближе и ближе. Давай, работяга, попробуй тут кого-нибудь убить. Я понимаю, что тут огонь, но мне больше никого было вызывать. У всех был откат. Давайте пулемет используем с вами. Сделаем, так сказать, зачистку. Все, шикарно. Один трупоед остался. Ну и бегунцы, с которыми, в принципе, строитель должен справиться. Так. Отлично. Давайте еще один генератор сделаем. И вроде бы как пробились мы к баррикаде. Давайте гренадира. Потому что от второго сапа в данный момент никакого толка не будет вообще. Так, надо быстрее, потому что, смотрите, эти трупоеды подбираются. Ну давай, 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 давай. Ну там осталось-то маленько всего, елки-палки. Ну, отлично. Отлично, ребята, ну что. 87-я миссия пройдена, да? Не с 3 звездочками, но тем не менее мы ее прошли. И что нас дальше ожидает? Так, открываем карту. Великолепно просто. Ну что ж, давайте определяться тогда с миссией. Так, какая? Раз нам там не повезло, давайте тогда выберем другую. Испытание 2 нам не дано. Так, может вообще, да, вот сюда перейдем. Ох ты. 92-я, нормальная. Попробуем, кстати, мы перешли с вами на новую карту. Так, давайте сделаем так. Потому что вот эти вот упыри, они очень и очень противны. Видите, у них на поясе такие, как скажем, бомбочки. Они взрываются. Так, еще отталкивают, да, 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 именно отталкивают. Ну давай, 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 отлично. Вот так вот они, ребята, и взрываются. И сами, как говорится, погибают. И моих юнитов тоже подбивают. Сап, давай расстреливай их издалека. Я знаю, что ты великолепен в этом деле. Нормуль. Так, мне пришлось еще раз, ребята, воспользоваться бонусом. Ай-яй-яй, сейчас сдохнет сап. Ну, конечно, елки-палки, он вообще ничего сделать не может, блин. Они отталкивают, отталкивают. И тем самым убивают.
Так, если они сейчас вдвоем... Да что такое? Ты посмотри, они без конца бегут. Может, хорош уже, а, ребят, завязывать-то будете с этими побегами-то? Блин, от автобуса уже пол хп сняли. Так, надо кидануть туда гранату нафиг. Ловите! Чё-то я не помню, что, не успел, что ли, бросить ее? Ой, нелепость какая-то, а. Вот они засранцы. Нет, по-моему, они сейчас меня разберут, автобус, ребята. Ничего у нас здесь не получится, блин. Так. Опять бегут. Ну, вот это вот. Так, подождите. Шикарно. Это меня выручило, ребята. Иначе был бы финиш. Ну, добей ты этого гнилорукого. Ну, что ты с ним телепунькаешься там, а? Пожарник. Ну, отлично. Хоть выжил маленько. Так. Блин, гранаты нету. Ё-моё, хотел кидануть. Но не тут-то было. Давай. Добиваем. Так, они уперлись у меня. Отлично. Так, сгори. В аду. Гнилорукий. Шикарно, все. Сейчас мы здесь, ребята, их подчистим. Блин, ну у меня автобус буквально наладом дышит. На него плюнь, он рассыпется. Кидаем гранату. Отлично. Так, мне бы еще буквально на один пулемет, но не получится. Наверное, не успеем мы с вами накопить. Так, храбрость. Пожарник у нас, как говорится, пошел. Так, давай. Ну, руби, руби. Отлично, вот это я понимаю. Пожарник дает джазу им всем тут. Все, это последняя, блин, бочка. Я надеюсь, мы все-таки затащим. Так, готовченко. Блин, хотя надо было, наверное, лучше бы использовать крит. Хотя у меня сапы есть. Ребята, 20 секунд. Сейчас побежит волна, ё-моё. Ну, я надеюсь, это был последний упырь. Давай, 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 давай. 10 секунд. Я всех, кого только мог, вызвал, ребята. Если мы пройдем, то это вообще великолепно будет. Ну, отлично. Мы прошли, буквально 2 секунды оставалось до волны. И мои ребята пробили оборону. Так что этот уровень мы прошли. Без 3 звезд, но дальше открывается у нас карта. Так, и за горючку. Давай открываем, конечно же. Ух, ё-моё, это уровень 6, это последний, я так понимаю, на данный момент. Так, вот у нас и новая миссия доступна. Даже 2 уже миссии. Ну-ка, давайте глянем, это что? Сложная, 95-я. Ага. Так. Что у меня здесь? Ну, в принципе, нормально. Денег, конечно, не так много. Шикануть мы здесь не сможем с вами. Да и менять, наверное, тоже я никого не буду. Так и оставим. Давайте глянем тогда, наверное, эту. Нет, я здесь думаю, что надо все-таки нам взять, ребята, коктейль Молотова. Потому что без него здесь делать нечего. И это с дубинкой охранник, он нам, по идее, не нужен. Мы, наверное, так и сделаем. Заменим его. От него толку в этой миссии мало. Так, давайте выбирать. Или все-таки на кого-то другого поменять. Нет, я все-таки считаю, что он здесь не нужен. Да, он стоит мало маны, он вызывается быстро, но также быстро дохнет и дается дополнительный зомбарь в ихнюю коллекцию. Мне это, честно говоря, не особо нравится. Так, вроде бы все, да, укомплектовались мы по полной программе. Так, пожарник, работяга, гренадир, кстати, да, надо его улучшить, ребята. Ставим все плюшки, подождите, ребята, кстати, у меня же пожарник, может быть его, да. Давайте-ка лучше мы вначале сделаем пожарника, так как он у нас... против огня, и надо, чтобы он держался там молодцом. Вот так вот, шикарно. Все, больше нету. Да, на гренадира не хватило. Ладно, у нас основной пока здесь будет пожарник. Поехали. Ух, ну. Радиоактивные упыри, сейчас вы у меня получите. Так, ждем, ребята, ждем. Пока у нас накопится храбрость. Ну, долго копится. Так, отлично. Ну что, пожарник побежал. И ломанулись, ребята. Сейчас вызываем, наверное, с вами строителей. Хотя нет, лучше мы вызовем гренадира. Да, он сейчас киданет бомбочку туда, гранатку свою. Давай, бросай. Блин, ну... Нет, нормально, все хорошо. Так, а вот и эти уроды. Давайте палить их. Вот почему здесь и нужна это была... зажигательная смесь нам.
Ну, пожарнику, конечно, кранты. Сейчас он погибнет. Печаль, конечно же, но лучше так. Генератор у меня, блин, я даже не знаю. Ну, подходят, подходят. Так, давай вызывать. Давайте вызывать работягу, потому что гренадир пока здесь не в тему. А вот сейчас уже можно было бы и гренадира вызвать. Как раз толстяки идут. Мы их, кстати, подожгем сейчас, во. Горите нафиг вместе с этими камикадзами. Ха-ха-ха. Так, пошел мой пожарник родной. Так, давай этого говнюка сейчас замажем. Так, киданем гранатку, наверное, с вами. Блин, нет. Ну как так, ну елки ты палки. Ну, вот это нежданчик. Если бы мы бы толстяка бы огрели с вами, они бы там все взорвались бы. Но, как видите, не успел у меня добежать до туда гренадир. Да ладно, завязывайте. Так, жгем. Вот это круто было. Слушайте, по-моему, больше не будет волны. Или будет? Я, честно говоря, уже и не помню. Я не доходил до сюда. Меня уже там разбирали. Так. Давай. Бомбани по нему. Ну, ты, конечно, сейчас взорвешься. Хотя не... Да. Я думал, что он пройдет мимо, но... Конечно. Конечно же, он мимо не пройдет. Он обязательно будет бить ближайшую к себе цель. Так, у нас есть еще бутылочка. Это хорошо. Это на тот случай, если опять выбегут эти, как их, камикадзе. Так, ну что? Неужели все? Прошли, ребята. Фу, шикарно, наконец-то, блин. Ух ты, еще и получили шоколадку. Ну что же, прошли мы испытания с двумя звездами. Я считаю, что довольно неплохой вариант. Плюс мы получили с вами бонус. Это очень тоже хорошо. И открывается у нас тут карта маленькая. Ух ты, еще можно, да? Ну давайте откроем. Ну а на этой хорошей ноте, ребят, я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо большое за просмотр. И мы обязательно увидимся с вами в следующих сериях. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч.